Ирина Колесник, мастер-стилист. Осень и зима – это время риска для наших с вами волос. Поэтому хотелось бы дать вам несколько практичных советов по поводу того, как правильно поухаживать за волосами, как их правильно питать, увлажнять, для того, чтобы структура оставалась шелковистой, мягкой, блестящей. Сейчас наступает время головных уборов. И это время, когда наши волосы скрыты за всевозможными шапочками, косынками, капюшонами. То есть это то время, когда наши волосы будут непосредственно находиться под воздействием тех или иных тканей. Обратить внимание на то, чтобы ткани, из которых выполнены ваши головные уборы, нити, должны быть хотя бы наполовину натуральными, чтобы это не были стопроцентные акрилы. Акрил – это синтетическая ткань, которая будет способствовать тому, что ваши волосы будут сильно электризоваться. Вот для этих случаев хотелось бы порекомендовать вам уход тот, который поможет при прочесывании, при мягкой укладке, и вместе с тем это антистатик. Это тот препарат, который вы распыляете на волосы, и ваши волосы не поднимаются, как антенны, после снятия головного убора. Пользоваться ним можно как на влажные, так и на сухие волосы. То есть каждый день, одевая шапочку, одевая капюшон, вы можете обработать волосы. И когда придете на учебу, когда придете на работу, снимаете головной убор, а ваши волосы остаются гладкими и незапутанными.